Очередь за Чебоксарским районом. В минувшие выходные жители муниципалитета отметили Акатуй – самый почитаемый праздник в республике. Местные аграрии потрудились достойно и заложили основу для большого урожая. Акатуй в Кугесях отмечают с размахом. Сюда, на главную площадь поселка, съехались все местные коллективы. На сцене красочная постановка, которую посвятили 170-летию со дня рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева. Тимирелай паса устра, тимьевылхалок тереге, подшалок тереге. Каждый год участвуем в этом году. Я очень нравится мне, очень хорошо готовится у нас в сельские поселения. И люди нормальные, очень хорошие. И пенсионеры, и молодежь. Отправиться на экскурсию по селам муниципалитета гости могли прямо на площади. В импровизированных подворьях выставка народных мастеров и дегустация национальных блюд. На стадионе за медали и кубки сражались футболисты, волейболисты и борцы. Нашлось и немало смельчаков, которые решились принять участие в старинных состязаниях. Давай, молодец. Чемпионам посевной страды вручали госнаграды. Среди лучших свыше 40 человек. Уже 4-й год работаю в колхозе «Прогресс». Не езжая даже в Москву или в Нижегородскую область, можно заработать 20-30 тысяч денег. Побольше вот таких предприятий. Вот эта благодарность дает стимул работать лучше. Стараться получше. Глава республики отметил, что хозяйства муниципалитета развиваются динамично. Аграрии вводят в оборот залежные земли, увеличивают площади овощей и картофеля. Сейчас в районе реализуется 5 инвестиционных проектов. До конца года должны открыться новые животноводческие комплексы и инновационные теплицы. Поддержку в благоустройстве сел продолжает оказывать правительство региона. В ближайшее время здесь планируют приступить к рекультивации муниципальной свалки. Мы оказывали огромную государственную поддержку района и оказываем. 938,8 миллиона рублей вы получаете с республиканского уровня. Участвуете в разных государственных программах. Надо сделать максимально все для того, чтобы, применяя современные инновационные технологии, собрать весь этот урожай. К празднику в Кугесях открыли и новую дорогу. 1,5-километровый участок отремонтировали по федеральной программе. Сколько сюда вложили? 1,2 километра, 7,5 миллиона. Стоит. Сколько? 7,5. Качество дорожного полотна оценили юные велосипедисты, а затем и спортсмены на лыжероллерах. Нареканий к работе подрядчиков не последовало. Дмитрий Ковалев, Олеся Русакова и Андрей Спиридонов. Республика.